Ярила – бог солнца, покровитель пробуждающейся природной силы, необузданной влюбленности и плотского влечения. Плод греховной страсти Велеса и дивы Додолы. Под властью своих чувств, обманом, Велес соблазнил Додолу, и родила она Ярила. О, сколь разгневан был муж ее Перун-громовержец! Обратил жену свою он в божию коровку, а Велеса после боя трех дней и ночей изгнал из прави. Однако ни в какой из версий Перун не причинил вреда самому незаконно рожденному сынку супружницы своей. Необузданная страсть Велеса с Додолы отразилась на самом характере и образе Ярила. Унаследовал он от матери привлекательность и пылкость, а от Велеса мужскую силу взял и способность к оборотничеству. Благодаря обращению волка, в некоторых версиях, Ярила звался волчьим пастырем. Есть упоминание даже, что люди видели игривого бога еще и в солнечных зайчиках. Полагалось, что он может обращаться еще и в обычных. Многие историки утверждают, что солнце было главным природным явлением для наших предков-язычников-славян. Ярила был неоспоримым богом яростного солнца во всех версиях. Его где-то считали единственным богом светила. Мол, он всегда рождался в дни зимнего солнцестояния, проживал весь год и старцем умирал, чтоб снова возродиться там же. В иных версиях Ярила был далеко не единственным в покровительстве над солнцем. Наши предки известны тем, что четко разграничивали цикличность и поведение природы. В таком раскладе в дни зимнего солнцестояния приходит Каледа, мальчик, чья сила еще невелика, и зиму отпугнуть не в силах. В дни весеннего равноденствия в права вступает яростный Ярила. Он пробуждает землю-мать своей активностью и силой, меняет всю природу. В эти дни солнце считалось самым необузданным. Люд насыщался его силой, и то пора любви. Дальше за Ярилой. В дни летнего солнцестояния приходил уж более зрелый и спокойный купола, а за ним – дни осени, седовласый свинтовид, уступая Каледе вновь в дни зимнего солнцестояния. По другим источникам, цикличность наших предков слегка отличалась. В этой версии считалось, что у славян в понятиях не было осени, так как здесь существовали только три богини времен года – зима Мара, весна Леля, лето Жива. Так богом зимнего солнца считался Хорс, весеннего Ярила, а летнего – дождь бог. Я уже рассказывала о легенде, кое тесно связала богиню весны Лелю и богу весеннего солнца Ярила. По многим предположениям, этот бог не мог любить только одну. Его сердце было столь велико и яростно, что он любил всех женщин – как богинь, так и земных, искренне и страстно. И оттого не мог принадлежать одной. Считалось, что своими лучами он пронзал сердца людей, и они влюблялись. Вспоминаем Купидона. Есть также легенда, что плотнее объединяет матушку сырую землю с богом солнца. Считается, что он обласкал ее когда-то. Так и зародилась жизнь в природе. А человеку бог стрелой в голову ударил и разум подарил. Благодаря Ярилле и сыну землематушки Микуле Селяновичу, люд также научился пахать и взращивать хлеба. До этого народ считал тело землематушки неприкосновенным. Так все же, несмотря на всю ярую любовь Ярила, есть источники, кое говорят, что появилась у него единая и главная любовь. Как увидел Таю он, дочерь Святогора, так возжелал только ее. В жены Святогоровну взял он пред родами богов и людей и остался верен только ей единой, прекрасной, озорной Ярила.